Смотрите, что у нас делают электроудочники. Вот утром пришел на рыбалку. Смотрите, видите, в воде. И вот так постоянно плывет рыба. Смотри, какой удар был. Офигенный. Чуть не выбило из рук спиннинг. Нифига себе. Вот он. Он кинул на куст. О. Прошел перед кустом. Это удар был. Кто-то... Тут никто мне никак не верит, что пескари попадут. Очень даже регулярно. Очень регулярно. Все как положено. На чабе, СССР, пескарь, клюнул. Вот, товарищ, я люблю пескарей ужасно. Кстати, если пескари есть, значит, для водоема еще не все потеряно. Значит, вода еще более-менее чистая. Вот такое вот у нас событие. Ушел. Ну ты смотри. Вот он, по-моему, сел. Ушел. Да что ж такое сегодня за утро? Да, блин, хороший. Что ж сегодня такое-то, а? Одни сходы. Недаром мне какое-то странное солнце снится. Нетрактуемое мною. Невероятно просто. Все утро одни сходы и удары. Хороший сел. Хороший. Как же его теперь доставать-то здесь? Я подсак не взял. Угу. Отличная рыбка. Подсачек не взял. А вот сюда уже бы он и нужен. Вот такой вот. Отличная рыба. Все утро я за ним ходил, за таким. На фантом Калипсо.
Старый мой проверенный боец. Тонущий крэнк. Ну просто красавчик. Ну вот очередные трофеи электроудочника. Вот она, бедная. И сдохла. Есть. Ух, как он. Ну ничего себе свечи. Ой. И вылетает. Ой-ой-ой, сколько прыть, сколько у него энергии. А подцепился, по-моему, за рот не. Так. Тяну совсем маленькая, как бы не окунек. Ну да, вот он. Я даже рад видеть его. Вы знаете, я скучаю по окуням, когда их нету давно. Я их люблю очень. А на все три крючка. Пока тут из-под очков его найдешь. Ну просто молодец. Молодец ты. О! И главное, что все артисты. На, дядька, посмотри на меня. Пока что нестандартная рыбалка. Пискари, окуни. Ну, в общем, головы куда-то смылся. Голавль женится сейчас. Нерест у него. Кстати, о любви. Удар был. Так вот, о любви. Спрашивают у поручика Ржевского. Поручик, правда говорят, что женщина любит ушами, а мужчина глазами? Он подумал, не знаю, господа, пробовал, не получается. Кто-то щекочет приманку.